Максима Кремнева пока ничего не получается. Посмотрите прямо в ухо, четко в ухо. Залепил с ноги сейчас Локомотив Максиму Кремневу. Разбег, но не увидим мы Анну Каренину, к сожалению, потому что Сергей Белый проводит Локомотиву лариат. Сальто с лэгдропом от Валерия Хамова. Держание, но вырывается Локомотив. Так, что же задумали бундерлоги с Кремневым? Двойной обратный локоть и разорванное хозяйство, и двойной удар ногой, и двойной падающий локоть. Да, достается сейчас, вот сейчас Локомотиву по полной программе. Прекрасный удар.